Михаил Анисимов назначен министром цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской республики. Соответствующий указ подписал глава региона. У Михаила Анисимова большой опыт работы в этой отрасли, более 22 лет. До назначения он занимал должность заместителя министра информационной политики и массовых коммуникаций. Перед новым руководителем стоит множество задач. Реализация основных направлений федеральной программы «Цифровая экономика», подготовка специализированных кадров. Продолжается цифровизация в государственном и муниципальном управлении. Здесь у нас уже порядка 60 услуг переведено в электронный вид, который мы оказываем. Наша задача, ну, как можно больше это расширить и для того, чтобы сделать эти услуги более доступным. И мы будем пытаться довести это порядка до 60% всех услуг, которые мы оказываем, чтобы можно было получать в электронном виде, именно региональных услуг. Михаил Игнатьев отметил, к реализации поставленных задач необходимо привлекать бизнес и IT-сообщество. Очень много нового мы должны сделать для того, чтобы в едином пространстве России не отставать, а идти в ногу, а может быть, по отдельным направлениям, быть даже лучшим регионом или пилотным регионом на территории Российской Федерации.